Рад, что мы сегодня с вами, что можем быть здесь. Я был здесь уже один раз, но не получается нам, потому что мы постоянно в дороге, заезжаем на неделю, 10 дней, 12 дней. И обычно едем чуть дальше на восток, и там как можем, так помогаем. Потом возвращаемся и едем домой к своим делам, своей работе, своим семьям и собственному внуку тоже. Уже месяц, месяц. Но в этот раз, после встречи, мы тоже поедем с Андреем и вами, которые едете в Херсон, поедем с ними, потому что прошлый раз мы поехали одни. Мы поехали вдвоем, я и Бас, и в этот раз решили поедем с Андреем. Потому что прошлый раз мы ехали далеко, в Донецкую область и почти в Донецк. Там было, может, 30 километров от Донецка, куда мы должны добраться и завести вещи для детей, которые с Авдеевки уехали чуть дальше на запад, чтобы там просто найти спокойное место. И для нас, и для них были у нас вещи, и мы туда ехали. Мы остановились вначале в Изюм, потому что там тоже у нас были вещи, которые нужно было передать. И оттуда мы поехали на юг, в район вот этой Авдеевки. Это был небольшой город, где мы должны там остановиться. Отправил нам друг координаты, куда ехать, название города, деревни, куда ехать. Ну и мы набрали и поехали. Еще в Краматорске остановились, закупили воды и таких простых вещей, потому что там, как знаете, даже воды не хватает, питной воды, поэтому мы решили тоже это заберем. Но как-то так мы ехали, остановились, одна деревня, которая вообще разрушена, никто там не живет, все сгорело. Едем дальше, видим еще какая-то деревня, тоже остановились посмотреть, потому что для нас это вообще шок видеть такие вещи. Ну и так мы ехали, снимали, смотрели, а время шло. Как заехали в Краматорск, уже было темно. Выехали оттуда, но и едем. Погода была ужасна, было очень холодно, дорога замерзла, а дождик потихоньку шел. Знаете, что это значит? Мы ехали очень близко уже восточной границы Украины, конечно. Только военные машины ездили, а военные машины, у них свет выключен очень часто, чтобы их не было видно. Нас только было видно, как полный свет, как мы бы на Рождество ехали куда-то, да? Потому что дорога темная, ничего не видно, ничего не знаем, только видим, что нам GPS, навигация показывает, куда ехать. И так едем один город большой, проехали, потом уже почти никто не едет, только мы. А GPS говорит, да едете через минут 40. Едем еще минут 10, показывает нам, будете на месте через 55 минут. Но то я говорю, ах, наверное, очень сильный лед, где-то вообще будем стоять. Едем дальше, вы на месте через 15 минут. Что происходит с этим GPS-ом нашим? Кто-то нам в этом GPS-е мешает или что-то, ничего не понятно. Думаю, что, наверное, так и там есть. Нельзя ехать просто по навигации, а нам по-другому никак не было. Мы не знали же дороги. Это был я и Бас. И мы так едем, едем. И в конце GPS говорит, вы доехали. Но то мы рады, мы доехали. Уже было 9 часов вечера. А зимой, это было в январе, конечно, 9 часов, то уже некоторые спят. Да? Потому что что сидеть, когда зимно? Но мы смотрим, есть деревня, я позвонил, говорю, ребята, мы добрались, где вы, куда подъехать? Они говорят, сейчас включим свет, увидите свет, подъезжайте. Ну, сидим, света нигде нету. Звоню еще раз, света не вижу, где вы? Ну как, я там стою перед домом, вы должны видеть этот свет. Ну давай, отправь мне еще координаты, еще раз, чтобы я знал точно, который дом. И адрес. Он мне отправил, я забил, показывает мне GPS. Будете там через 45 минут.
как 45 минут? И показывает, куда ехать. То я ему звоню снова и говорю, эй, а нам показывают, что мы в другом месте. Как в другом месте? Ну да, а где вы? Ну мы недалеко от Авдеевки. Как недалеко? Ну так, как должны ехать. Не, вы не должны быть около Авдеевки, вы должны быть с нами сейчас. Как вы далеко? Ну, где-то 45 минут, где-то 50 километров, наверное, от вас. Нет, 40 километров где-то от вас. Не может быть. Что делать? Я вышел, смотрю, может, где-нибудь какой-нибудь свет, хожу. Кто-то включился свет. Подхожу, стучу в эти железные двери. Чего? Кто? Говорю, ну, мы здесь потерялись, ищем дороги. Вижу, свет включился, выходит мужик, у него калашников, выходит к этой воротам. У него калашников, у меня волосы вот так. Открываю, чего, кто вы? Ну, я поляк, там сидит замученный голландец. Не знаем, что делать, все напуганы. Говорю, чего вы хотите, что вы здесь? Второй вышел тоже с калашником. Чего вы? Ну, мы помогаем, у нас там такие, знаете, печки, то, все... А чего вы вообще? Ну, мы должны туда ехать. Вы не сюда заехали вообще. GPS вам вообще дорогу не так показал. Вы 5 километров от Авдеевки. Здесь вообще бомбят. И что вы здесь делаете? Я говорю, мы тоже не знаем, что мы здесь делаем. Как нам ехать? Ну, и он говорит, поедете 5 километров, глаза закройте, просто едьте прямо. Потом направо на главную и туда. Я не все перевел Басу, чтобы ему легче было ехать. Сказал только, чтобы пристегнулся. Голову ниже держал, как в самолете, который падает. И едем. Ну, конец такой, что мы доехали. И радость там здесь. Также сегодня поедем с Андреем. Будем песни петь. Окна откроем. И будем счастливы, спокойно ехать. А год назад... Позвонила мне моя дочь, которая живет в Лондоне, там работает, там с семьей живет. Мы там жили много лет, сейчас в Польше из-за того, что проще нам ездить, помогать. Звонит и говорит, это было в феврале, в конце февраля, звонит. Папа, мне звонил один голландец, потому что он знает кого-то, кто работает в моем офисе, такой парень. А он знает этого парня, потому что с ним играет через интернет компьютерные игры, и говорит, играют, и он говорит, а мы собираемся в Польшу ехать, чтобы помочь беженцам. Ну и они там начали об этом говорить, он говорит, а у меня в офисе есть девушка, которая тоже полячка. Ну что, ты да, то поговори с ней, может она кого-нибудь знает в Польше, чтобы нам тоже объяснил, как это сделать вообще. Ну и она сказала, когда этот парень пришел, сказал, а ты знаешь кого-нибудь в Польше, кто может помочь этим голландцам? Они идут, хотят забрать беженцев в Голландию, помочь людям. Она говорит, ну, да, знаю. Кого? Моего папу. Он может вам помочь. Как он может? Ну, и мы начали. Я говорю, хорошо, дай им мой номер, позвонят и будем что-то делать. Мы сидим дома уже в Польше. Прошло какое-то время, неделя или две. Ужинаем в пятницу, уже после работы, где-то часов 7 вечера, телефон звонит. Алло, тот, я так, я с Голландии. Вы могли бы нам помочь, мы хотим приехать, забрать людей, беженцев. Ну хорошо, могу вам помочь. И как вам помочь? Ну, нам нужно где-то парковаться, нам нужно где-то переночевать, нам нужно знать, откуда взять людей. Вот это все можете помочь? Хорошо, то позвоните мне в понедельник, поговорим, все обсудим и этот. Но мы уже границу проехали с Польшей, и мы хотели вот знать, где нам переночевать и куда ехать. Ну, и так мы начали сразу нашу работу вместе. Через 3 часа они уже были в Польше, через несколько часов я их увидел, и так началось. И одним из таких людей был тоже Бас, которого я хочу сейчас пригласить. А еще была фотка здесь такая, я там стою с 3 парнями, если можно еще, чтобы я не забыл. Номер 1.
И с этой времени уже год я для них как отец, для этой группы голландцев. Вот, это наша тоже, вот, бас в Польше, этот я, этот польский тоже друг, который ближе ездит вот в Авдеевку и там в эти районы. А этого человека, может, не знаете, но он вас знает. Потому что он за этого, что произошло в Украине, чуть с ума сошел. Потому что обычно пасторы говорят, приходите на следующее собрание, принесите Библию и то. А он говорит, на следующее собрание принесите консерву с собой. А на следующее, если можете, килограмм сахара приносите с собой. И так уже год, как люди с сумками в церковь ходят. Странно, но он такой. Радек очень много помогает, и люди, такая группа, как ваша, не больше их. Но уже столько тонн вещей отправили, что только Бог знает, откуда это все идет. Наверное, как эта манна, да, которая падала и кормила. У них тоже так. Также они. А этот бас, я хочу попросить его, чтобы он хотя бы вам коротко рассказал, что вообще молодые ребята, которые в выходные в Амстердаме встречались в клубах, ресторанах, жили 10-15 ребят в одном доме, снимали комнаты, общались и жили с жизнью, которой многие молодые ребята, может, здесь просто позавидуют даже. И думают, я бы поехал в Европу, жил такую жизнь, свободную, отличную, интересную. Что случилось, что они в один момент решили что-то другое? А Андрей, а можно вас попросить? Так? Если можно, но... Раз. Другую фотографию можно? А как? Там, где про их фонд. Видите, да. So, thank you all for having me here. Спасибо большое всем за то, что вы сегодня нас так принимаете тепло. It's a special day for me to be here. Для меня это очень особенный день попасть к вам. But it's for actually for many reasons it's special for me. И на это есть несколько причин. First of all, to see everybody from the rehab center there. Во-первых, я очень рад сегодня, я хотел очень увидеть каждого сегодня из реп-центра. I think every day about you. I think every day about you and keep up. Я каждый день думаю о вас. And keep up the good road you're following. И я очень рад тому, что у вас все получается, вы идете правильным путем. Thank you. Спасибо. But also the people here from the tuberculosis. Но также я хотел сегодня встретиться со всеми людьми, которые ездят в туберкулезную больницу для туберкулезных больных. Tomorrow James is going to Kherson. Завтра, with Pastor. Сегодня вообще-то Джеймс уезжает в Херсон. But I'm happy I can stay here and spend some time with you. Но я очень рад, что я смогу остаться и мы с вами сможем встретиться и провести время вместе тоже. I really admire all the work that you're doing. Знаете, я восхищаюсь той работой, которую вы делаете. But also on this side, I see, for example, our mechanic. He has been helping us every time. И здесь еще слева еще есть особые люди, наши механики, товарищи механики Андрей со Светой. We have an old car. Они чинят нашу машину, слава Богу. We have been using it a lot. Потому что та лошадка бегает очень много. And he makes sure that we can keep on going here. И каждый раз, когда мы приезжаем, Андрей делает так, чтобы она еще продолжала ездить. But there is another reason why it's a special day for me today. Но есть еще одна причина особенная, по которой для меня этот день тоже особенный. Exactly one year ago, on this day, on the 11th of March. Ровно год назад, 11 марта, в этот самый день. It was the first time that I went with a group of friends to Poland. Мы вместе с группой моих друзей мы поехали первый раз на границу Польши с Украиной. We went with 5 cars, full with essential products. Мы поехали, загрузили 5 обычных простых машин продуктами и поехали туда. And we brought back Ukrainian friends. А обратно оттуда мы забрали с собой уже людей, которые стали нашими друзьями, люди из Украины. We were not really prepared for this trip. Сказать по правде, то мы вообще-то не собирались этого делать и не особо были к этому готовы. But we did what we could do. Но мы поняли, что нужно делать то, что ты можешь делать. And also, one year ago was the first time I met James. I don't know where he is now, but he's somewhere. И я не знаю, где сейчас Джей. А, вот там спрятался. Но ровно год назад как раз мы встретились впервые с Джеймсом именно там. I'm very happy that I've met him. Я очень рад, что мы той встрече.
helping others is something that makes me happy, and that's also what I admire about all of you here. И знаете, наш, мы в чем-то с вами похожи, потому что мое сердце, оно горит от того, что я могу помогать другим людям. Я вижу, что это то же самое в ваших сердцах. But we couldn't have done the things without James. Но сказать по правде, ничего из того, что мы делаем, мы не смогли бы сделать, если бы не Джеймс и его помощь. So this is the name of our organization, Dutch Civilian Action. Так зовут, это название нашей организации, гражданское движение голландцев. So with the logo, you see the colors of Ukraine. But здесь, если вы хорошо посмотрите, вы увидите здесь в лого вплетены цвета украинского флага. But also the orange for the Orange Revolution. И также оранжевый цвет, кто увлекается футболом, знаете, что это цвет сборной Голландии. Can you do the next one? Еще слайд дальше. So, look, one year ago we started driving, but we have been driving week after week with friends. Год назад, как я уже сказал, мы сделали нашу первую поездку, такую эвакуационную помощь беженцам, но с тех пор каждую неделю мы возвращались и возвращались снова и снова туда. And in total, we have helped 200 people with housing in the, for the long term in the Netherlands. Всего вместе мы расселили порядка 200 беженцев. This is, for example, one family with also some friends of me. Это семья также, которая приняла беженцев. Здесь мои друзья, я и беженцы из Украины. This is, the, for example, one friend. His name is Bas. Его зовут точно так же, как меня, Бас. Вот это мой друг в очках. So yeah, maybe do the next one. Следующий. So yeah, for Ukrainians in the Netherlands, it's not always easy. И мы знаем, что украинцам в Голландии не просто на самом деле. People come, they don't speak the language, they don't know the culture. Языковой барьер, культурный барьер. They cannot do the same work what they normally did in Ukraine. Они не могут работать так, как они работали здесь. But we try to be for them. Но мы стараемся сделать так, максимально адаптировать условия для них. So, for example, we fix bikes for these people, we give them to them, we spend time with them, we have contact with them. Мы покупаем велосипеды и даем, потому что велосипеды — это самый распространенный транспорт в Голландии. Покупаем для них велосипеды, приглашаем их где-то, проводим вместе с ними время. So while driving from Wrocław to the Netherlands, it's like 12-13 hours. You're in the car. От Вроцлава в Польше до Голландии, где мы находимся, примерно 12-13 часов на машине, мы помогаем им ехать туда. You really build up a connection. И эта дорога, она позволяет нам построить такие хорошие дружеские отношения. And we try to do as much as we can to spend time together and think about each other. А дальше, когда они уже попадают туда в среду, мы стараемся провести с ними максимально время для того, чтобы им было, ну, они не чувствовали себя брошенными, покинутыми. And two other friends from me, Mara and Alex. И еще есть двое друзей моих. Можно следующую картинку? They organized. No, please go back one more time. Назад верните. No, the previous one. Среднюю, вот там, где картинка только что Лен была. О, вот ее, да. So Alex and Ara, they took a whole bunch of Ukrainian friends, like 40 or 50 of them. И есть одна еще, двое моих друзей, которые взяли 40 или 50 примерно украинских беженцев. And they went to Maduro Dom. И они поехали вот в такое прекрасное место. It's like Netherlands in small. Это миниатюрная копия Голландии. So we spend time, we explain something about our country and our culture. И мы максимально старались помочь адаптации им, в том, чтобы пройтись вместе с ними, рассказать, показать, как устроена Голландия, почему все здесь так. So this was what we have been doing, but since last summer we decided that we want to help in Ukraine itself. Но мы это все делали до лета прошлого года, а там мы приняли решение о том, что давай мы попробуем сюда, в Украину, теперь в Украине помогать что-то. I don't know exactly what James has been saying, but I think he contemplated a little bit on that. Я не знаю конкретно о чем, что конкретно сказал Джеймс, но я понимаю, что он чуть-чуть рассказал, как это начиналось. But before I end this speech, I would like to say one more thing. Я хотел бы еще сказать одну вещь, прежде чем я завершу то, о чем я говорю. I will never forget Ukraine. Я скажу вам так: Украина навсегда в моем сердце. Я никогда не смогу забыть о ней. Our organization will never forget Ukraine. Наша организация никогда в жизни не забудет Украину. And I hope Europe and the rest of the world will never forget this. И я хочу верить, что Европа и весь мир, они никогда не прекратят думать об Украине. You guys go through the hard time. Вы проходите сегодня как страна, как нация, проходите очень сложный период. You guys are doing the hard work. Но вы очень тяжело, то есть вы очень хорошо трудитесь для этого. And we are humble that we can make an impact together with you. И наши сердца, они наполнены смирением для того, чтобы продолжать помогать вам в том, через что вам сегодня приходится проходить. Слава Украине! Героям слава! Слава Иисусу!
Давайте скажем. Дякую. Да, можно следующее еще? Это тоже эти фотки. Я очень рад, что мы можем. То следующая семья и еще следующее. Я очень рад, что мог с этими людьми общаться уже год. Для этого только, чтобы мы тоже и могли здесь встречаться. И они звонят мне иногда, и как дети спрашивают, а что делать, а как, а этой семье плохо, как можем им помочь. И я так смотрю на них и думаю, ну, видите. Не всегда у нас ответы на все вопросы. И мы ехали, позавчера сюда приехали, ехали, остановились в Ровном. И там тоже заехали в один рехаб-центр, где ребята тоже там собираются, но и стараются выйти в новую жизнь, поменять свою жизнь. И помню одного, который рассказывал свою историю долго этого вечера, и мы все прислушивались, потому что он 20 лет своей жизни рассказывал. И все там было. И наркотики, и тюрьма, и все, что может быть плохое. Но слушали, я смотрел на него, ему больше 30, может 36-38 лет. И он радовался, что я сейчас здесь, я благодарен, что я здесь, я благодарен, что я могу начать новую жизнь. И смотрел на меня, и мне было очень плохо, потому что я подумал, если был бы то мой сын, которому сейчас, моему сыну, 26 лет, мне было бы жалко его, потому что 36-38 лет – это очень долгая часть жизни человека. А его радость была с того, что он просыпается нормально, что он дышит свежим воздухом, что он свободен. А столько вещей он потерял за эти 30 лет. И мне было жалко. Но с другой стороны, я радовался, потому что он имел новую жизнь. Жить мудро нелегко. Поступать правильно нелегко. Никто из нас не поступает правильно всегда. Одна из причин то, что не знаем, какая правда. Что сделать? Что нам говорят, если это правда? Так должен поступить или так? Даже между людьми такая поговорка, да, что у каждого человека своя правда. Как нам жить? Я помню, один раз включил BBC, когда еще жили в Англии, и там был разговор, программа, как бы по новостям, такая утренняя программа. Сидела мама, там еще две-три женщины, учитель, ну и разговаривали. И она говорит, моему ребенку 4 года. Я не могу сказать, это мальчик или девочка. Потому что когда ей будет 6-8 лет, она или он должен решить, кто она. Как я могу решать за нее, кто она? И мне не нравится, что когда я отправляю ее в детский сад, я должна сказать, что это он или она. Вы понимаете это? Понимаете, о чем я говорю? Понимаете мой русский язык? А о чем говорю, сложнее понять. Я слушал этого и как-то не мог себе представить, в чем проблема у этой мамы. Да? А причина такая, что у каждого своя правда. У каждого своя правда. Это наша свобода. Мы можем сами выбирать, кто я и когда я. А вторая мать, которая рассказывала, говорит, у меня проблема. Какая? Потому что моя дочь пошла в школу, сейчас она уже в 6 классе, и с сентября она пришла как мальчик в школу, и ее не хотят принять в этом классе другие ученики. Потому что говорит, а где Ольга?
Не, я не Ольга, не называйте меня сейчас Ольга, потому что я сейчас уже Саша, только он Саша. И мама была очень злая на школу, потому что школа не знала, как ей помочь в этой проблеме, что ей сын, сейчас сын, не может с этими своими друзьями, с которыми ходил эти 6 лет в школу, не может решить этой проблемы. Я слушал этого и думал, что не так с этой мамой? Да? Но ответ простой. У каждого своя правда. И я слушал позавчера этих ребят, которые рассказывали про свою жизнь. И рассказывали, что в их жизни происходило. А их тоже там было 10-11 ребят. И знаете, каждый из них рассказывал свою правду в какой-то момент своей жизни. Я выбрал вот это, сделал это, потому что я считал, что так. А я сделал так, потому что я считал вот так. Но каждая эта история этих 10-11 ребят заканчивалась так же. Вниз и вверх, вниз и вверх. Потому что у них была их правда. Очень сложно. Можно еще перекинуть одну фотку? Вот это мой внук. Неделю назад я его первый раз видел. Был там неделю с ними. Они спали ночью, а я... Я проверил, это мальчик. Я традиционный человек, знаю, как понять, когда мальчик и когда... Тем более, что у меня была дочь и сын. И так до сегодняшнего дня осталось. Дочь и сын, и внук. Знаю почему, и вы тоже. Но был очень рад. То, что прекрасное в этом, что у меня вот этот внук, то, что ты держишь его в руках и радуешься, что он твой. А когда слишком громко плачет и кричит, говоришь, возьмите, это же ваш. Да? Нет этой ответственности. Мой. Ну, ваш. Раньше нужно было и ночью, и днем ходить с детьми, да? А внук это уже по-другому. Хотел, чтобы мы посмотрели притчу Соломона. Можно? 10 главу, и может кто-нибудь бы прочитал. Первый стих. Вслух. Первый стих притчи Соломона. 10 глава, первый стих. Пожалуйста. Кто-то громко. Да. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Я для тех ребят с Голландии, которые помогают и делают вещи, о которых их родители даже слышать не хотят, куда ездят и что делают. Лика, которую вы встречали, тоже была с нами девушка, 2 или 3 раза с нами была. Первый раз ехала, даже родителям не сказала, куда едет. Потому что так боялась не за себя, а за них. Что если ей не будет неделю, всю неделю они спать не будут. Притчи говорят, Соломон говорит в своей мудрости, который тоже имел детей, говорит, мудрый сын приносит радость, радует своего отца. Мудрый сын радует своего отца. Что это значит, радует своего отца? Как представляете, что сын радует отца? Как эту радость можно увидеть? Как думаете, как можно ее увидеть? Откуда вы знаете, что вы радуете своего отца? Или откуда, как вы показываете радость своим сынам или детям? Как это есть? Знаете? Ага, давайте. Смотрю на результат жизни, как живет. Ага. Видите, как поступает и... Ага. А как эту радость выражаете? Я, простите, что задаю такой простой вопрос. Да, кажется. Но есть у меня причина. Причина такая, что я никогда в жизни не видел радости у моего отца. Никогда не видел его, чтобы он радовался с моей жизни. Потому что я только один раз в жизни его встретил. На полчаса. В суде. Когда мне было 18 лет.
Потому что когда мне было 18 лет, с этого дня он уже мог не платить алименты. И не платил. И мне нужно было мне, сыну, позвать отца в суд. Потому что я хотел учиться, и мне нужны были деньги. И мы встретились первый раз на лестнице. Я знал, что это будет, не помню, в 11 или в 10. Я пришел, знаете, минута до 10 или 11. И он там стоял. И не знал, как подойти. Но он подошел ко мне и сказал: «Вот, привет, то я». И я посмотрел на него и первый раз в жизни увидел человека, который имел глаза, как мои. Как бы посмотрел в зеркало. Первый раз посмотрел и был, знаете, так меня, как бы посмотрел на себя. Он имел мои глаза. Наоборот, да? Это я имею его глаза. Но для меня он имел мои, потому что это были мои глаза, а он только что пришел. И меня никогда не видел, не общался со мной лет 18. И знаете, я не видел радости, потому что я потом уже его не видел. И поэтому задал вам вопрос, а как этот есть, как отец радуется, потому что видит, что сын поступает мудро. Что он видит тогда? Улыбку? Может, сделаете ему: «Молодец! О! О!» Или, может, придут друзья, и сын видит, что папа сел, и говорит: «Сын, заходи, Кола, Павел, заходи, вот мой сын, ребята». Но это же сын чувствует, да? Что отец гордится ним. Есть что-то, да? Есть какой-то знак, есть какой-то, что-то показывает, что ты рад. Но я этого не видел. И думал над этим. И когда... Можно еще вернуться? Нам вот эту фотку. И когда моя дочь, первая моя дочь, первый ребенок, моя дочь, была такая маленькая. Я по утрам вставал, потому что жена должна выспаться. Я не был дедушкой, я был отцом. Мне нужно было взять ответственность. Она спала, а я с ней гулял, держал, кормил, да? Чтобы она поспала 2-3 часа. Держал ее и смотрел, у нее такой ребенок. У меня она такая маленькая, очень маленькая. И вспоминал свое детство. И помню, в школе, это было в 80-х, начале 80-х годов, я очень стеснялся в школе. Потому что в школе у нас были только в моем классе два человека, у которых не было отцов. Это были, простите, 80-е годы. Сейчас в школе, когда мои дети ходили, это половина не было отцов. А в 80-х годах было двое. И каждый знал, кто один из них. Было мне очень неприятно. Это не было как сейчас. Я всегда был, приезжала моя тетя с детьми, с мужем. Другая тетя на праздники с мужем. А мы, когда ехали с мамой, ехали одни. Знаете, хотите, не хотите, можете объяснить, не можете. Правда у каждого своя, но ребенок это знает. Он чувствует, что что-то не так. Я так чувствовал себя. Что-то не так. И придумывал, а мой отец работает в другой стране. А мой отец приезжает по воскресеньям, поэтому он не может, у него очень важная работа. Сейчас, наверное, в Украине, я бы сказал, он служит, в Бахмуте служит. Знаете, вот, да, знаете, ребенок, не? Но все остальные же знают. Это не правда для них, это моя правда для себя. Да? Знаете, я, может, беру наркотики, но не говорю остальным, я знаю, что мне плохо, но правда для меня мне будет лучше. Все знают, что твоя жизнь идет вниз. Да?
Я встречаюсь с женщиной другой, жена ждет дома, я встречаюсь с другой, себе правду свою говорю, что ну не, но я люблю жену, но не хочу, чтобы она сильно напрягалась. И нашел кого-то другого. И правду свою кому говорю? Сам себе. Я был таким ребенком, который сам себе свою жизнь оправдывал. Постарался выяснить, почему. Потому что мои родители этого для меня не сделали. А здесь я читаю, что мудрый сын приносит радость. Я держал мою дочь в руках. Одно утро помню. Открыл Библию, читал вот эту главу. Первый стих, 10 глава притчи Соломона. И прочитал, мудрый сын приносит радость, дает радость своему отцу. И я подумал, я никогда не видел радости в глазах моего отца. И слезы мне потекли. Я так бы хотел увидеть, как он радуется. Потому что Бог обещает нам, что когда нас встретит, он выразит эту радость. Помните притчу про сына, блудного сына, которого отец ждет, и когда он его увидел, это было на востоке, там на востоке богатые, уважаемые люди не бегают же, они ходят, да, достойно ходят. Но когда он его увидел, что он возвращается, он поднял эту свою одежду, бежал к нему, чтобы его обнять. Так, знаете, так сделал так, что когда старший сын это увидел, сделал так. О, папа, что ты делаешь? Это же он. Куда ты бежишь? Соседи смотрят, ты этому ему бежишь? Да? Я этого не видел. Не имел такой шанса. И мне стало плохо. И эти все воспоминания моего детства пришли на меня. И думал. И понял, Бог, но это же ты тоже мой отец. Ты же об этом столько раз говоришь. Вы мне сегодня пели, да? Долго эти слова «отец», 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 «отец». Я тоже слышал постоянно «отец». Даже Иисус говорил «отец», «отец». Ученики учили, что Бог ваш, Он отец. Уже не Бог, судья и дальше. Ученики Иисуса ходили, учили людей. Бог ваш отец, Он близко вас, Он хочет быть с вами, Он хочет вас держать в своих руках и быть с вами. И знаете, первый раз в своей жизни, мне было 20 с чем-то лет, я плакал, Бог, спасибо, один день я увижу слезы в твоих глазах, слезы радости. Потому что ты смотришь на мою жизнь, если я буду мудро поступать, ты радуешься. Ты радуешься, ты улыбаешься. Ты, может, машешь мне. Ты, может, приходишь и говоришь, эй, ребята, ангелы, чуть отвиньте, сын мой тоже здесь, хочешь сесть? Да? Говорит, Джеймс, садись, это мой сын тоже. И меня это исцелило. Эта радость отпустила мне, что да, я не получил этого от человека, но от Бога получаю каждый день. И в один день увижу его глаза. И я уверен, если буду правильно поступать, они будут улыбаться. Аминь. О, они будут улыбаться. Потому что Бог наш Отец. Бог ваш Отец. Мы не знаем, как поступать, мы не знаем часто, что делать, мы не знаем нашу дорогу, можем заехать в Авдеевку, можем потерять свою жизнь, можем потерять свою жену, можем мужа, можем детей, свою жизнь можем потерять. Но тот, который поступает мудро, вот он принесет радость своему отцу, тоже этому на небесах. А как мудро поступать, когда у всех своя правда? То как значит мудро поступать, когда у каждого своя правда? Есть дорога. Потому что на русском два слова. Да? Правда и истина. Правда у каждого своя. А истина одна. Она не меняется. Она не меняется. Она была, когда Бог создал мир. И когда птица летела и решила, что уже устала, летать не хочет, то упала. И сегодня, если кто-то смотрит через окно и слишком далеко смотрит, тоже вылетит. Немного поменялось.
Если кто-то злится на другого человека, то им не получается отношения. Ничего не поменялось. Каин с Авелем как разозлились друг на друга. Так закончилось, как в многих домах. Закрыл двери, больше его не видел. А потом еще подождал, чтобы закончить этот спор. Немного поменялось в мире. Народы воюют, и в 21 веке мы здесь на Украине, потому что на Украине война. Кто бы об этом подумал? Немного поменялось на самом деле. Почему? Потому что истина не изменяется. Она такая же. И истина, Иисус сказал, кто истина? Я. Я истина. Потому что истину не узнаем через факты. Истину не объясняем через то, что можно сделать, чего нельзя делать. Нет. Так истина не действует. Истина действует по-другому. Истина проявляется в отношениях. Истина живая только в отношениях. Потому что в наших выборах мы можем ошибаться. Но это не значит, что любовь заканчивается. Если ты ошибаешься, если ты неправильно поступил, кто-то скажет, ты был неправ. А все равно истинно я тебя люблю. А истинно ты мой муж, ты уже мне столько раз злил. А все равно ничего не поделай, да ты... Потому что истина, она не меняется. Мы были в Изюме, уже заканчивай, да, 5 минут. Мы были в Изюме в прошлый раз. И приняла нас семья, мы у них ночевали, которые 8 месяцев в подвале жили, в своем доме. И рассказывает историю, когда слышат, что в начале там войны, слышат, что там солдаты уже, одни уже прошли, да, и кто-то им по дому ходит. Ну, и они вышли, думали, ну, спрятались. Но если нас найдут, тоже может быть хуже. Давай посмотрим, что. Вышли к ним, и было там 2-3 бурятов. Да? Шли, а вы что, а вы то, а мы там в подвале живем, это наш дом, то. Говорю, хорошо, ну, хорошо, хорошо, что можно забрать, что вам не нужно? Да, да. Что вам не нужно? Ну как не нужно? Мы же здесь живем, мы же этот... Не-не-не, давайте, что там этот? Почему? Потому что они нам рассказывали, что вначале, когда прошел фронт, солдаты пришли, вот, ходили, то потом 2 дня где-то не было уже как бы солдатов, никто не шел, армия, только машины ехали. 2 дня. Машины заезжали в Изюм, и все, что можно было, вывозили из Изюма. Все, что не нужно. То, что не нужно, в пустых домах все забирали и вывозили. А потом только армия пришла, и у них армия стояла около леса, 50 метров от них. Грады, танки и 3-4 тысячи солдатов. А они там в подвале. И говорит этот бурят, да, говорит, давайте то, что там взять, что не нужно, то-то-то. Да? Говорит, не, ну мы тут же мы дома, то нам все нужно, мы здесь живем, только спрятались, потому что там бьют, то, все то. Говорит, ну хорошо, хорошо, давайте сейф. Нет у нас сейфа. Нету сейфа. Давай сейф. Они нет, они в кухню зашли, знаете. Не, давай сейф. То ключ давай с сейфа. Какой сейф? Где? Он показывает на микроволновку. Сейф, давай. Но не отдали сейфа. Но как ему объяснить, что это не сейф, не? Каждому своя правда. А знаете, почему он это, хотел забрать этот сейф? А почему потом, говорят, полковник русский стоял, приходили к нему солдаты с этими такими ящиками с холодильника, этими такими пластмассовыми, полными хривны, бумажных хривн. Приносили ему, и он в мешок это все ложил. Деньги собирали, и в этих приносили из домов, что нашли. Почему? Потому что они этот забирали домой. Да? Домой для чего? Для своих семей. Потому что он заботится, не? О детей, о жену, о дом. Каждый себе правду говорит, какую хочет.
А истина одна – не убивай. Уважай другого человека. Помогай. Этого никто не слышал. Об этом никто не говорит. Свою правду. Я должен заботиться о своей... Я же на войну еду убивать, но мне нужно кредит погасить. Каждому своя правда, да? Притчи, говорит Соломон, мудрый человек, сказал, мудрый сын радует своего отца. Ребята, не знаете, как поступать? Не всегда знаем. Держитесь истины. Не объясняйте, потому что все в этом мире можно объяснить. Но кто это делает, прочитайте вторую часть стиха. Огорчение для его матери. Эти, которые оправдывают своими правдами свою жизнь, на самом деле оканчивают огорчением для своей матери, а про радость даже не думают. Потому что жизнь идет к разрушению. И этот парень, которому там 30, где-то 8 лет, который рассказывал свою историю, было жалко, а с другой стороны хорошо, что есть у него шанс, и он эту жизнь поменяет. Истина его жизнь изменяет. Сказал, знаете, кто мне помог в моей жизни больше всего? Мама никогда меня не оставила. Столько раз я приходил, обманывал, и она знала, что снова я ее обману. И приходил обратно, и она меня принимала. Будьте хорошими отцами, мамами, друзьями, и не оправдывайте своих слабостей, грехов, потому что истина это все проверит. Есть правда, у каждого своя, но истина есть одна. И я рад, что могу быть с вами сегодня и благодарен за то, что мы узнали истину. И не всегда нам по этой истине легко, но она нас освобождает, чтобы жить хотя бы нормально. И этого вам желаю, чтобы жить хотя бы нормально. Спасибо. Слава Богу. Давайте воздадим Богу славу. Тут, Джеймс, не уходите далеко. Знаете, я вот сейчас проповедовал, Джеймс. Я знаю, что это сложно всегда, поверьте. Самое сложное проповедовать не на родном языке. Потому что ты много хочешь сказать, у тебя, знаете, такое огромное. А слов очень немного сказать это. Это тяжело. Но, знаете, когда сегодня проповедь была, я услышал одно... Вспомнил сразу одно место из Писания. Первое послание Иоанна, 4 глава. Ой, простите, 4. Первая глава, там одна глава, 4 стих. Кто помнит, там написано. Для меня нет больше радости видеть, чем видеть, как мои дети ходят в истине. И знаете, я сегодня вот сейчас слушал эту проповедь, и я понимаю, ведь это написал Иоанн своим ученикам. Но на самом деле, кто эти говорит, друзья, слова? Бог. Он говорит, для него, как для отца. И я хочу сказать, знаете, может быть, в жизни бывает такой момент, когда ты чувствуешь себя, вот как, знаете, как дети, вот брошенным. Вот то, что вот говорил, сегодня рассказывал, я увидел отца на 10 минут, я вообще не представляю, как это. Ну, вообще не представляю. Совсем. Потому что я сегодня утром, мы с Артурчиком сегодня утром учили стих, который на детское служение. У меня не получится. Я говорю, сынок, у тебя получится. И знаете, я с ним садился, я ему рассказывал, у него выйдет, мы проходили, я понимаю, у него, вот Джеймс, этого не было в детстве, а это так надо. И знаете, сегодня я хочу сказать, Бог точно так же говорит каждому из нас. Для него нет больше радости, чем видеть, как дети его ходят в истине. Но вокруг война сегодня, а для него нет больше радости. Выбирая истину, друзья, мы несомненно выбираем, когда Бог будет радоваться о жизни каждого из нас. Аминь. Поэтому я хочу сказать сегодня, может быть, отцу вы не приносили, Джеймс, много радости. Но знаете, я вам хочу сказать сегодня, кому много радости, и тогда, и сейчас приносите. Знаете, кому? Тому отцу. Нет больше радости точно. И знаете, у меня сегодня вот в сердце, я слушал такое простое слово, но кто из вас понимает, что Бог, Он как раз и говорит в простоте сердца. Иногда Ему не надо вот такое, знаете, завернуть, чтобы потом ты сел и думал, ничего не понимаю. И это такое простое слово, но оно очень близкое для сердца. И у нас есть, конечно же, помните, я вам говорил, украинцы, они очень всегда радостные, они всегда радостные всегда радуются, особенно если мы знаем, что еще и люди живут истиной. У нас есть всегда радостные подарки. Можно попросить вас, Джеймс, плиз? И у нас также есть подарок и для Баса, и для Алекса. Yeah, Ukraine, it's, you know, we love host people.
Это маленький подарок там для вас и для вашей семьи. And this guy's for you. This guy's for you. You know what's written here? А ну, церковь, прочитайте громко. So you will eat it, you will keep it in your hearts, and we love you. Thank you so much for standing with us, being with us, and thank you so much for being a good son to our heavenly Father. Спасибо за то, что я говорю, за то, что он хороший сын своего небесного отца. Аминь. Аминь. Спасибо огромное вам. Дякуем.